Анонс 31 по 40 серии турецкого сериала «Бахар по имени Весна» 31 серии. Айсун корит себя за досадную промашку с Демиром, но отступать от плана не намерена. Шериф торжествует. Бахар отвергла Демира и проявила заботу о нем. Тарык получает извещение о разводе и начинает понимать, что Хазан настроен решительно. В 32 серии Бахар узнает, что Демир ездил в отель к Айсун и теперь не хочет видеть обоих. Генуль приходит сваты с подарками, но она вынуждена им отказать. На обратном пути они видят в витрине фото Хазан в свадебном платье и возвращаются к женщине с обвинениями во лжи. В 33 серии Бахар и Шериф приезжают в полицейский участок, туда же спешит Демир. Они пытаются выяснить, где Фикрет прячет Айсун. Тарык собирается официально просить руки Хазан и умоляет мать пойти с ним свататься к Генуль. Демир мучается от недопонимания с Бахар. В 34 серии Бахар и Демир с полицией приезжают в лес, где похититель, возможно, укрывает Айсун. Хазан чувствует себя плохо и пытается выяснить причину своего недомогания. Чтобы увести дочь от позора, Генуль хочет переехать в другой район. В 35 серии Хазан шокирована результатами теста на беременность, а Демир, пытаясь защитить Бахар от нападения похитителя, сам попадает под пулю. Спасенная девушка помогает ему добраться до хижины, чтобы там перевязать рану. В 36 серии шериф привозит Айсун полицейским, подозреваемого, и о похищении Фикрета задерживают жандармы. И только судьба Демира и Бахар остается неизвестной. Генуль вместе с Нурджан отправляются смотреть новый дом, а Хазан остается наедине со своими мыслями о будущем ребенке. В 37 серии Альфин переживает из-за отсутствия Демира. Ночь близка, а телефон брата по-прежнему недоступен. Бахар продолжает ухаживать с Демиром в лесной хижине, и в ней не только просыпаются новые чувства, но и возникают новые вопросы. 38 серии. Шериф и Айсун находят Демира и Бахар. Они торопят полицейских, ведь Демиру так нужна помощь врачей. Эльфин и Хаджер узнают о ранении Демира и спешат к нему в больницу. Хазан при полном параде ждет Тарыка и готовит ему сюрприз. Она обещает мужу долгую и счастливую совместную жизнь, если только он согласится на официальный развод. 39 серии Генуль требует от Нурджан рассказать ей правду о Хазан, но девушка отрицает, что обладает ценной информацией. Хазан и Тарык приходят к адвокату, чтобы оформить развод, но в самый ответственный момент врывается разгневанная Генуль. В 40 серии Альфин считает, что брат угодил в ловушку. Не сблизиться с Бахар не может не избавиться от Айсун. Но Демир не собирается сидеть сложа руки. У него есть план, который обязательно будет реализован. Шериф живет мечтами о Бахар и верит, что однажды девушка будет с ним. Посмотреть с 31 по 40 серии вы сможете с 29 июля по 2 августа на телеканале «Россия-1». Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.